Приветствую всех на своем канале. Сегодня хочу рассказать о популярной автоматической кофемашине среднего ценового сегмента TP501R09 от известного немецкого бренда Siemens. Она выполнена из черного глянцевого пластика с элементами нержавеющей стали. Простой и информационный сенсорный дисплей поможет вам наглядно увидеть ваш напиток и выбрать его в одно касание. Имеется два отсека для зернового на 270 грамм и молотого кофе с шумоизоляцией, отсек для воды на 1,7 литра. И капучинатор, который регулируется до 15 сантиметров по высоте, что позволяет готовить напитки в высоких стаканах. У данного прибора высокое давление в 15 бар, что позволяет выжать максимум вкуса из кофейного зерна. А благодаря износостойкой керамической мельнице кофемашина прослужит долго и качественно. В этой кофемашине нет молочника, забор молока может быть из любого стакана, что в принципе удобно, так как стакан удобнее мыть. Также радует многообразие напитков, всего их 6. Это латте макиато, капучино, американо, эспрессо, молочная пена и горячая вода. И каждый кофейный напиток вы также можете регулировать по крепости и объему. А функция Aroma Double Shot позволяет приготовить напиток двойной крепости. И если вам нужно приготовить сразу два напитка одновременно, то в этом вам поможет двойной розлив, что позволяет экономить время. У данной кофемашины есть функция самоочистки паром молочной системы и очистка от накипи, что удобно в эксплуатации, а также защита от детей. Подписывайтесь на мой канал, если хотите быть в курсе последних технологий в области бытовой техники.